Всем привет! Это канал Не Магия. Лёша, Миша, наверное, вы ждете обзор. Ждите обзор. Материал уже отснят, но нужно ждать. Уж такая ситуация, ребят. Как бы сами знаете, кому передавать благодарность за задержку обзора. Так что от нас сейчас требовать, мы как бы не киборги, а обычные люди, ребят. Просто не хочется говно делать. Ребята, сегодня у нас пойдет разговор о девушке. Девушка с низкой социальной ответственностью. Очередная. Шурыгина уже три, по-моему, да? Там вот это была такая, как ее звали? А? Кто? Ну, такая вот. Сычева. О, ребят, вот, это вторая, а сейчас третья Шурыгина. Вторая Шурыгина, но третья Сычева. Сычева была первая. А, Сычева первая? Да, Шурыгина потом стала Сычевой. О, ёлки-палки. Второй. Но в то же время Шурыгина тоже приобрела звание, и вот теперь мы видим третью Сычеву, вторую Шурыгину. Ребят, но вы уже везде эта новость была запущена, вы, наверное, понимаете, о чем идет речь. Мы хотели тоже таким образом эту барышню попиарить, а потом подумали, ее ж пиарят все каналы. Поэтому мы сегодня решили посмотреть видео с канала НТВ, кажется, куда эту барышню пригласили. Да что за барышня? Ребят, если вы не в курсе, состоялся акт. Акт задержания в ночном клубе. Будущий сотрудник Министерства внутренних дел пресек правонарушение прямо во время песни в клубе. Нирвана, кажется, играла или Курви, не это знаю. Это потом потом Нирвана. И самое главное, сразу взыскал штраф. Наказал правонарушителя, да. Сказал, вот так делать тебе не следует, получи. На видео, кстати, вы можете увидеть, как виновник со всем... Понес наказание. Каюсь, он как бы, ах, каетесь, как бы взял, бардачок открыл и туда ей протокол... напихал. Чувствую, нам это и видео не придется мы, смотреть. Мы, кстати, сегодня, если заметите, без солидолов и карданов обошлись. Да, заметили? А? Растем. Шутка ли? А вот так вот, да. А что барышня хотела на этой передаче-то узнать? Вроде бы все барышня. Права ей объяснили. Да, да. Но я не понимаю, почему парень был удален из Министерства внутренних дел, там, где он учился. Такого сотрудника. С таким потенциалом. Сколько он отучился? Год, а уже пресек правонарушение. Давай, а что надо он сделать? Экзамен сдал, мне кажется, досрочно. Ему можно было бы вот всю сетку автоматом проставить. Ты что стоишь там? Хотелось бы выяснить, какое правонарушение барышня совершить хотела, да пресекли. Но ему помогли понятые там бардачок открывать. А, кстати, да. Вот это, кстати, было превышение, да. Я считаю. Люди помогли, это... Мне кажется, нужно там вот этих понятых найти и тоже с них спросить, зачем лезли к бардачку, чтобы ему протокол лучше было ей возложить. Ну, видимо, человеку было неудобно задержание осуществить. И все, наверное, хотели посмотреть, насколько большой там бардачок и влезет ли туда весь протокол. Может быть, и какие-то дополнения хотели в протокол внести. Со своего пера чернилом, так сказать, вот это в лицо нарушителю вот это сунуть вот это. И все. Вот вышла программа по НТВ, и там они час 24 обсуждают. Вот это постановление, так постановление вынесено было. А вообще, правильно ли такое постановление выносить? Давай уже посмотрим. Давайте, ребят, мы не все видео будем смотреть, какие-то кадры, потому что, ну нафига эти полуторачасовые видео? Это видео возмутило всю страну. Студентка Ксения Смирнова в ночном клубе... Ты посмотри, как... ...на глазах у всех с первым встречным молодым человеком. Ее волосы растрепаны, подол юбки закинут на спину. Руками она держится за барную стойку. Вокруг толпа. Пока одни прячут глаза от стыда, другие снимают происходящее. Что ты... Ребята, почему в мою молодость меня никто так не задерживал, она думает. Ребята, смотрите, уже начало программы, знаете, все это напоминает замечательное, очень страшное кино, кажется, вторую часть или третью, когда, ребят, есть замечательная кассета, так как ее никто не видел, мы продолжаем ее уже третьи сутки крутить по всем телеканалам. Очень занятно. А теперь... Эксклюзивный репортаж. Кассета-убийца, о которой вы все слышали. Нет. Мы единственный канал, который заполучил ее. И крутим весь день. Очень занятно. Посмотрим еще раз. Барышню пропиарили во всех пабликах, но всем показалось мало. И ее пиарят дальше. Давай. Посмотрим.
на телефон. Кто-то даже поправляет Ксении юбку, чтобы кадр получился это бардачок. Еще откровение. Случайная связь заканчивается поцелуем. Сейчас Ксения выйдет в студию. Она мечтает стать певицей и уверена, что звезды должны принять ну, не красотка, Шурыгина по но лучше, чем Сычева. Любовной сцены она знаменита на всю страну. Тут спорно. Ну, это не любовью люди занимаются. А чем? Люди спариваются, как животных, которые тоже не думают, где они это делают. Жалко стариков, которые вот это увидят. Потому что я вообще не представляю, что происходит. Не произойдет, если даже у меня перехватило дыхание. Нет, да? Смотри. Вот она. Русь, смотри, балалайка там. Мне кажется, надо ее включать каждый раз. А где вот этот ошейник? Лен, вот смотри, у тебя есть дочь Полина. Вот ты можешь представить, что может испытывать ее мама, вот этой девушки, глядя на это видео? Что должна мама испытывать этой девушке, которая будет глядеть на это видео? Ну и воспитала же! Ее берет, что ли, кто-то силой? Нет, девка накидалась, пошла, творит неизвестно что. Кто там что должен из родителей испытывать? Если какой-то из родителей будет что-то испытывать, в первую очередь он должен испытывать не к своему ребенку, не к этому молодому человеку, а к тому, как он свою дочь воспитал. Если будет конкретно такая ситуация, я не говорю ни про какие-то жесткие там изнасилования, еще что-то из ряда вон выходящее. Есть определенные доказательства в виде этого видео. Мы видим, что на нем происходит. И вопрос, что должна испытывать мама там или папа? Да ничего. Понимать, что, блядь, воспитали. Вот что должны испытывать. И что обратной дороги нет. У нас же вроде развлекательный ролик, ребят. Продолжаем. Ой, это поразительно. Сегодня с утра мы с дочкой пьем кофе. И ко мне приходит от моей подружки фотография Ксюша Собчак. Наверное, все ее видели. И многие, я думал, хоть сегодня обойдемся. Многие... Ну ладно, окей. Не обойдемся, потому что, ну, это звенья одно. Тут смотрите, ребят, программа такая, чтоб еще и Собчак досталось от души. Слушай, а что Ургант до Собчак до кого упался? Уже весело, всем весело Ургант паразитирует на этой теме. Что непонятно? Оказывается, нам тоже нужно, когда такая дебилистика происходит, взять, напялить какой-нибудь парик, спародировать какую-нибудь ситуацию, и пускай мы не ургантовские 2 миллиона просмотров получим, но 500, 600, а может и миллион своих просмотров получим. Понятно. Видишь, можно полегко все делать, а мы заморачиваемся, давай все эти зарисовки в обзоры включать, все это увязать в одно повествование, тогда можно полно эту ребят делать. Ну, мы как бы вот такие мы дураки, поэтому я хочу заметить вам следующее. Вы видите, кто присутствует на этой передаче. Так или иначе, не будем сильно ерничать, это актеры. Кто-то известный в прошлом, но он сейчас не популярный. Кто-то есть более популярные персонажи, известные ведущие, Лера вот эта Кудрявцева. В общем, так сказать, бомонд, богема собралась обсудить то, как девки напихали в бардачок протоколов. Самое главное, наверное, когда такая ситуация произошла, и когда она происходит не первый раз, а происходит уже третий раз, то третий раз это уже не совпадение. Будет четвертый, пятый, шестой, и еще жестче будут разы. И когда определенные малолетние девки, даже пускай не совсем малолетние, будут видеть, что таким образом можно себе заработать, работать на жизнь, пропиариться, получить популярность, ничего-то там делая, достигая каких-то результатов, не становясь чьей-то женой, а вот именно вот так, где-то дать, да чтоб полюднее было, поскандальнее, чтоб вся элита московская собралась и в какой-то передаче обсуждала. Вот здесь вопрос даже не к этой девке, а к этой элите, которая не смогла мимо этого пройти. Ладно, все паблики распиарили. Это у них стандартное дело, нужно новость горячую вывалить, чтоб подписчики шли. Ну а здесь-то есть, собираются определенные конкретные люди, которые это говно вываливают. Вы не видите? Давайте мы вам покажем, всем своим сборищем обсудим. Когда они собрались и обсуждают под предводительством ведущего, что якобы мы будем скрывать какую-то проблему, они ни хрена эту проблему скрывать не будут. Они будут на этом пиариться. Ладно, все пиарятся, ютуберы пиаримся, и мы пиаримся. Но здесь большой вопрос, на чем пиариться? Вот на этом, чтобы дать пример другим бабам подставлять свои розетки в разных местах. И причем это собирается делать не на каком-то уж окончательно чернушном канале, а собрались известные люди это обсуждать. Вот где основная стыдоба должна быть, а не то, что какая-то 18-летняя без царя в башке напилась алкоголь, ее другой 18-летний стал подписывать на что-то. Че, еще нужны какие-то моменты посмотреть? Дай включи мне хотя бы Шурыгиной тогда, хоть это хоть выйдет когда. Скрываться не стала и приехала к нам на программу, чтобы заявить, она теперь тоже звезда. Она теперь тоже звезда. Сегодня про тебя говорят и пишут все. Ты рада такой быстрой и громкой славе? Ну а почему бы и нет? Да, я рада.
Знаешь, что я теперь хочу сказать, кого мне жальче больше всего? Сашу Грей и всех остальных порнозвезд. Девчонки некоторые работают, не покладая всех своих отверстий и бардачков. И такой популярности не получают. Это вот как называется? Давай, Ксень, с самого начала. Вот с кем ты на этом видео? С парнем по имени Родион. Мы с ним познакомились в клубе в ту же ночь. То есть ты его раньше не знала? Да. Постоянного молодого человека у тебя нет? Нет. А ты бы хотела его иметь? Сейчас нет. Как вы познакомились в клубе с ним? Ну, мы танцевали. Я еще не все протоколы, так сказать, в бардачок сложила. А протоколы ей уже больше не нужно будет собирать. Она обрела такую энергию со стороны людей. Часть ее ненавидят, часть почитают, я уверен. Ну, а это само собой. Это само собой. Что как бы она свой получила. Вопрос, чем она это получила? Там, допустим, пацан родится, и пацану, другие пацаны будут спрашивать: что это твоя мамка, да? Вася, я твою мамку порол. Ну, что он ответит, скажет? Ну, как бы, что я могу поделать? Порол и порол. Думаешь, ему будет приятно, думаете? Мне кажется, нет. А мама что скажет? Ну да, сынок, вот как бы, вот так и вот пацана посадила. Вот. Зато звезда. Если Кудрявцеву так вот в клубе тоже, это будет еще эффектней. Согласимся. Вот я жду, когда ее арестуют уже в клубе какой-нибудь. Для... Вот по губехам вот это, ручкой по губехам вот так вот. Туда-сюда. А потом разлить чернила на лицо. Самое главное, чтобы сзади там работал Киркоров. Вот это будет эффектно, ребят. А? В павлиньем своем этом. Во всем вот это. И перья в разные. И все тогда скажут: а Вилька-то не пидор. Он не только может ударить, да, может еще и нахлобучить. Да. Он это решили. Это было обоюдное согласие, как бы даже никто никому не предлагал. Так само получилось. В тихом омуте черти водятся. Вот иллюстрация поговорки. Эх, меня бы кто задержал. Да. Кто бы мог подумать, я диву даюсь. Кто бы мог подумать, за кулисами ходила вот так еле-еле. Родион уже предложил вам руку и сердце. Такой разврат. Ну как обманчиво внешность. Ксень, вот скажите, пожалуйста, мне, а вы знаете, вот мы... Какой эмоциональный мужчина нетрадиционной ориентации. Вот так, а? Вот это нетрадиционный старший класс. А я рад, что она появилась. И, кстати, нужно им еще 10-рым появиться, и тогда больше ни у кого не будет желания так прославиться, потому что рано или поздно это народу надоест. Во. Идти нужно от противного. Если еще 10 таких появятся, потом, когда будут говорить, вот там еще где-то кого-то отжахали, всем будет до фонаря уже. Так и сейчас не особо, знаешь, эта новость разошлась. Ну да, она вроде, но уже не того уровня. Но нужно посмотреть, будет такая же у нее популярность, как у Шурыгина или нет. Но Шурыгина, она деятельная. Она не стоит на месте, она движет YouTube-каналы, мужья, передачи, что только не делает. А вот это такая же деятельная. Все же от нее, от человека зависит. Как бы если Настеньку Самбурскую тоже так в клубе кто-нибудь задержит, мы обязательно. Это кто мы такие, чтобы не обсудить Настеньку Самбурскую? А мы ждем, когда ее уже задержат в конце-то концов. Она такая барышня дерзкая. Там минимум трое должны обрабатывать эту барышню. Она так человек спортивный, как бы, может и сдачи дать. Ее нужно конкретно держать, потому что она будет сопротивляться. В наручники при ее, задержании. В наручники, кляп ей, спокойно открыть багажник и уже провести все следственные мероприятия, которые положены по данному задержанию. Ну все, всем пока, ждем обзор.